Зверское преступление совершено прошедшей ночью в Запорожье. В парке Металлургов возле Дворца пионеров шестеро мужчин изнасиловали девушку. Задержать насильников удалось сразу. Практически на месте преступления их застал наряд патрульно-постовой службы. Подробности далее. Ранним утром около 4:30 наряд патрульно-постовой службы заметил подозрительные автомобили в парке Металлургов. Проезжали возле Дворца пионеров, двигались по маршруту. Увидел два автомобиля «Лана» серого цвета, которые при виде патрульного автомобиля первый начал скрываться, второй заблокировал дорогу. На багажнике первого лежали женские вещи. Когда милиционеры настигли пытавшиеся скрыться автомобили, из одного выскочила женщина и закричала о том, что ее изнасиловали. Подозреваемых в изнасиловании задержали. Как выяснилось, девушку этой ночью насиловали поочередно шестеро мужчин. Подробности трагедии шокировали правоохранителей. Изнасиловали в извращенной форме, значит, применяли пивные бутылки при этом. Значит, что самое, как бы, неинтересное, самое возмущающее, что шесть человек, контингент этих людей, значит, все они были в состоянии сильного алкогольного опьянения. И двое из них, четверо ранее судимые, и двое из них это журналисты, которые работают в Всеукраинская независимая правозащитная газета. По словам потерпевшей, с мужчинами она познакомилась на остановке общественного транспорта. Они предложили подвезти ее до проспекта Металлургов. Уже по дороге молодые люди по телефону договорились с друзьями о встрече. Те присоединились к компании в парке Металлургов, где развернулась трагедия. Подозреваемые задержаны. Говорят, что за изнасилование. За какое? За что? Кто? Не знаю. На данный момент возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное следствие. Проводятся необходимые экспертизы.